Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами суббота, 4 декабря. Осталось не так уж много времени до наступления нового 2022 года. Но именно сегодняшний день у нас получается таким вот эпичным. Почему? Дело в том, что сегодня утром в 9 часов 59 минут наступил у нас коротюсенький 30-й лунный день. А уже через час, в 10:42, у нас с вами было новолуние. И наступил первый лунный день лунного календаря, который продлится аж 25 часов. Но вот 30-й лунный день, вы должны понимать, что он бывает не каждый месяц. И если уже он наступает, то чаще всего бывает очень коротким, но не в этот раз. Поэтому обязательно сегодня, 4 декабря, обязательно поддерживайте радостное настроение, балуйте себя, уделите себе внимание, сделайте какой-то себе подарок и обязательно подведите итоги этого лунного месяца. И обязательно с 4 на 5 декабря проведите одну очень важную практику для того, чтобы заложить основы для привлечения денег и финансового благополучия в вашу жизнь. Итак, друзья, у нас с вами новолуние сегодня уже наступило, 4 декабря в 10 часов 43 минуты по Москве в знаке зодиака Стрелец. Ура! И вот это новолуние у нас совпало с солнечным затмением, которое, слава богу, закрыло коридор затмений. И солнечное затмение у нас произошло в созвездии Скорпион, которое началось в 8 часов 29 минут. Пик пришелся солнечного затмения в 10 часов 33 минуты. Полное окончание солнечного затмения в 12 часов 37 минут. И как мы уже сказали, полное солнечное затмение произошло в знаке зодиака Скорпион. А это самый мистический знак, который был полон тайн, проблем, глубины и непредсказуемых событий, которые сложно до сих пор многим понять. Ну, а давайте мы сегодня уделим внимание все-таки новолунию. Да, оно уже у нас наступило, но еще раз хочется проговорить какие-то важные и особые моменты, о которых вы должны еще раз прослушать, акцентировать на этом внимание и взять эту информацию на вооружение. Итак, давайте мы с вами подготовимся к новому лунному циклу, потому что и с ним мы с вами уже и будем встречать новый 2022 год. Итак, новолуние у нас произошло в знаке зодиака Стрелец, а Стрелец у нас относится к стихии огня, которая вот отвечает за яркость, за целеустремленность, вспыльчивость, харизматичность и лидерские качества. И с другой стороны, это такой, знаете, мутабельный знак, то есть он такой вот подвижный, изменчивый, гибкий, который умеет приспосабливаться и непредсказуемый. А это у нас говорит о том, что это авторитетный у нас, это масштаб в личности, это увеличение кругозора, это популярность, успех в социуме, все это у нас Стрелец. Это также у нас образование, это за границей, иностранцы, переезды, путешествия и, что немаловажно, конечно же, цели. Поэтому это тот месяц, декабрь, когда мы с вами должны определить наши ориентиры на будущее и делать шаги в новом направлении. И в декабре, пожалуйста, нужно очень важно каждому понять, кто слушает это видео, в чем ценность вашей жизни. Прямо себе запишите сейчас. И в чем ценность вашей работы, вашей деятельности. И мы все-таки рекомендуем каждому найти ответ на этот вопрос именно в декабре. Что ценного в том, что вы делаете? Попытайтесь найти ответ для себя. Найдете ответы и на другие вопросы. А значит, вам в будущем будет намного интереснее и ярче жить. Новолунием у нас управляет планета Юпитер. А он еще тот стратег, он про амбициозные цели и глобальные планы. Именно на такие цели
и должно быть направлено ваше внимание. Именно такое вот желание загадывайте в новогоднюю ночь с перспективой от 1 года до 18 лет. И мы обращаем ваше внимание, что оно обязательно исполнится. Но есть одно но. Юпитер, как и Нептун, который немного повздорил с точкой новолуния, не видит деталей и мелочей. И в гонге за большой и масштабной какой-то мечтой мы можем упустить что-то важное, вот, которое находится здесь и сейчас. А вот что именно, у каждого будет свое, и поймем мы чуть-чуть позже. А чтобы вот минимизировать вот такие провалы, мы рекомендуем вам вот сегодня, 4-5 декабря, на протяжении декабря прописать пошаговый план покорения вашей новой вершины, вашего нового какого-то проекта, задачи. Знаете, вот шаг за шагом, ступенька за ступенькой, знаете, едим слона по кусочкам. Что еще важно в этом месяце у нас произойдет и на что мы рекомендуем всем обратить внимание? Во-первых, Венера у нас соединилась с Плутоном и еще Марс рядом. А это еще вот, знаете, та троица. Поэтому, если мы говорим об отношениях, то скучно не будет никому, потому что страсти то будут закипать, то будут опускаться, вот будет какая-то постоянно скандальная агрессивность в декабре. Поэтому пожалуйста, все-таки проводите энергетические практики на женственность, на сексуальность и убирайте эту агрессивность. И также во второй половине месяца Венера начнет свой ретроградное движение. И у нас посыпятся в нашу жизнь вот эти старые любовные скелеты, всякие смски, сообщения, что-то наподобие того, что я тебя не забыл, я всегда тебя любил, давай вернемся к какой-то точке и так далее. В общем, друзья, розовые очки снимайте. Не нужно возвращаться вот к тем старым, знаете, отношениям. Они вам просто не нужны. Как бы вам сейчас не было бы тяжело, как бы вы не были в соплях, все-таки развернитесь и идите вперед. В финансах также ожидаются трансформации. Поэтому, если вы хотите заработать деньги в декабре, то обязательно начинайте прямо вот с 5 декабря активно. Активно вступать в бой. Ищите в себе ресурсы и используйте их активно. Ну а те, кто будет ковыряться в носу, к сожалению, в этом месяце достанется прямо порционально затраченная энергия. Поэтому чем больше вы энергии вложите в декабре, начиная с 5-6 декабря, тем больше вы получите уже в конце декабря. И вы знаете, денежные практики пройдут и помогут вам в этом. Также обращаем ваше внимание, что Нептун все-таки будет действовать на людей, и, соответственно, наша логика и ум будут немного спутаны. Поэтому кого-то это может даже вгонять в депрессию, кого-то в какие-то иллюзии. Поэтому обязательно в самое ближайшее время за советом обращаться к своей интуиции, потому что она у вас мудрая, она точно знает, как ей лучше. Кто-то нам писал о том же, а как же я узнаю, какая у меня интуиция, как она развита? Девочки, мальчики, вы должны сами научиться работать со своей интуицией. Очень много практик в интернете, всевозможных, которые помогут вам развить интуицию. Но прочитав книги, вы можете прочитать целые энциклопедии на эту тему, потому что очень много информации, очень много разных практик, очень много разных подходов. Но если вы пока вы сами не начнете продвигать, развивать это в себе, у вас, к сожалению, ничего не получится. Интуиция это вот такая вот, знаете, штучка, будем так говорить, которая всегда вам помогает, всегда с вами. Только ее нужно правильно услышать. И кто ее слышит, тот всегда на коне. Также будет хорошо работать все, что связано с творчеством, с духовностью, а также все эзотерическое и волшебное. Поэтому обязательно составляем карту желаний на следующий 2022 год. Не поленитесь, мы вас очень-очень просим. И вообще постарайтесь в декабре, вот начиная с 5-6 декабря, создавать чего-то интересного,
полезного для себя, для тех людей, которые живут с вами, для вашего окружения. Знаете, включите в себе вот такого щедрого человека и с чистыми помыслами дарите добро в мир. Если к вам обратились за помощью, помогите. И помните о том, что помощь, она не всегда выражается в деньгах. Это может быть у кому-то какой-то дать совет нужно. Возможно, нужно сделать для какого-то другого человека чудо. Ну, например, подарите подарок тому, кто этого просто не ожидает от вас. И поверьте, в небесной канцелярии вам обязательно это все зачтется. И вообще вы должны понимать, что мир добрый и Вселенная заботится о вас. Поэтому декабрь пусть пройдет для вас максимально оптимистично, потому что все-таки декабрь это время праздничного волшебства, невероятных желаний. И обязательно на протяжении всего декабря будьте благодарны всему, что приходит в вашу жизнь. Люди, возможности, какие-то проблемы, какие-то нюансы. Но постарайтесь себя окружить вот этой благодарностью. Вашей станет жизни намного легче. И сегодня, 4 декабря, вечером, уже перед тем, как вы будете уже ложиться отдыхать, возьмите, положите на подоконник все свои наличные деньги, что у вас есть в доме. И обязательно положите ваши карточки. Только, пожалуйста, не ложите на подоконник кредитные карты. Ни в коем случае. Все должны быть дебетовые карты. И далее произнесите следующие слова 3 раза. Как луна будет расти и светом наполняться, так и деньги от лунных денег будут умножаться. Эти слова, пожалуйста, произнесите 3 раза. А уже 5 декабря с утра поблагодарите Луну за помощь. Скажите своими словами, что вы благодарите. И деньги сразу же можете разложить по местам. Если у вас есть желание тратить на свои какие-то определенные цели, да, пожалуйста. Вот, друзья, мы хотели с вами поделиться вот такой вот основной важной ценной информацией. Мы вам желаем в этот сильный энергетический день вот легкости, уверенности, спокойствия и абсолютной гармонии. Друзья, слушайте себя и слышите себя. Это очень важно.